В этом караване с продуктами все просчитано. Продукты доставят в столицу в целости и сохранности. Главное, говорят фермеры, все выращено с душой. Водитель фуры Мамржан Алимбаев везет дыни и арбузы из Арыси. Мужчина уверен, что товар довезет вовремя. За несколько лет Мамржан наработал в Нур-Султане постоянных клиентов. Я везу товары из Арыси. Мы так работаем не один год. На ярмарке уже интересуются, когда мы приедем. Производители продавать продукты будут напрямую, без посредников, по цене на 10-15% ниже рыночной. Турксан область бойнша, дихандар мздэн. Только из Сайрамского района на ярмарку в Нур-Султан отправили 5 фур. Это 20 видов разных овощей, есть и фрукты. Везем и молочную продукцию. Туркестанская область одна из первых проведет сельхозхозяйственную ярмарку в столице. Обеспечив свой регион овощами, оставшуюся продукцию планируют отправлять в другие области страны.